Ну, я думаю, что это будет хаос. Хаос, хаос, еще раз хаос. Дело в том, что сегодня Москва — это не только сердце нашей Родины, да, это все-таки вы правильно, совершенно правильно сказали, это правительство, это тот аппарат, который так или иначе регламентирует нашу сегодняшнюю жизнь вообще. Скорее всего, какие-то главы регионов, городов-миллионников, наверное, перетянут правление на себя и смогут сдержать этот хаос. Если это произойдет так, если у нас будут, а у нас есть в некоторых главах региона, есть хорошие и очень правильные чиновники, тогда, да, будет тяжело, да, будет нелегко, но потихоньку-потихоньку все выровняется. Главы регионов соберутся за круглым столом и изберут новый город, Челябинск, Екатеринбург, Казань. Изберут новое правительство, выберут нового президента. И все пойдет то же самое. А на месте бывшей Москвы разведут парк аттракционов, куда будут привозить своих детей и говорить, вот когда-то здесь, на этом месте и начиналась наша великая Родина, которой мы так сильно благодарны. И с течением обстоятельств она теперь превратилась в парк развлечений. Но это ничего не значит. Мы продолжаем жить в великой стране.